25 мая в Каспийске в детско-юношеской спортивной школе имени Юмина состоялся турнир по вольной борьбе зонального первенства среди юношей 2007-2008 года рождения команд спортивных школ зоны номер 4. Началось торжественное открытие мероприятия с гимна Российской Федерации. Открыл соревнования торжественной речью директор детско-юношеской спортивной школы имени Юмина Альберт Альдеров. То, что вы здесь, это уже достойный результат. Также желаю, чтобы эти соревнования помогли нам выявить при справедливом судействе сильнейших и достойных для продолжения пути вашего соревновательного, и чтобы наше первенство подарило вам дополнительно положительных эмоций больше, и чтобы стало причиной становления вас как выдающихся спортсменов в дальнейшем. Принять участие в данном турнире собрались и борцы некоторых районов республики – Сергокалинского, Карабудахкенского и Кайкенского. Отметим, что всего в первенстве принимают участие около 100 спортсменов. Это ежегодное первенство проводится с целью отбора участников. Проходит по зонам. Зоны нашего республики определены согласно соответствующей таблице. У нас тут несколько муниципальных образований. Они отобрали своих участников, своих достойнейших спортсменов. И мы сейчас выявляем в нашей зоне победителей для участия в финальном первенстве. По словам директора детско-юношеской спортивной школы имени Юмина Альберта Альдерова, турнир проводится также с целью популяризации спортивной борьбы среди образовательных учреждений города.